Трагедия произошла около полудня на перекрестке улиц Кирова и Гагарина. Казалось бы, места для разворота и маневра вполне достаточно. Но тут на дороге появляется король. Решив, что ему везде приоритет, он упорно лезет не в свой ряд. В результате при повороте направо девятка задевает автомашину Audi 100. От столкновения 24-летний водитель ВАЗ-2109 теряет управление и выезжает на тротуар. Под колеса его машины попадают люди, в том числе и маленькая девочка. В результате дорожно-транспортного происшествия несовершеннолетняя девочка 2015 года рождения, ее мать, местная жительница 1985 года рождения и женщина 1981 года рождения с телесными повреждениями доставлены в медицинское учреждение. В настоящее время по факту произошедшего сотрудниками полиции проводится проверка. О чем думал водитель, когда пытался втиснуться в ряд, нам неизвестно. Может, он очень спешил и был уверен, что успеет проскочить. А может, на что-то засмотрелся. Это уже не важно. Главное, что в результате его неосторожности или самоуверенности в больнице оказались маленький ребенок и две молодые женщины. На его счастье, все они остались живы. Но ведь могло быть и по-другому. Каждый человек должен понимать, садясь за руль, что он несет ответственность не только за свою жизнь, но и за жизнь других людей. Как пассажиров, так и пешеходов.